Лучшие проекты в одной книге. Сегодня в Ярославле представили сборник из 30 наиболее успешных социальных практик. Это проекты, реализованные некоммерческими организациями региона. Издание будет интересно всем социально ориентированным НКО и гражданским активистам. Уже сегодня сборник доступен в сети интернет. И в скором времени он поступит во все библиотеки России. Таким образом, можно сказать, что Ярославская область – это локомотив развития социальных проектов страны. Мы всколохнули огромный-огромный пласт. То есть здесь собраны проекты, которые реализованы на территории Ярославской области. Но за каждым из этих проектов стоят огромные наработки. Это методики, это технологии социальной работы, это интереснейшие сценарии. И вот это все требует еще большего углубления, обобщения, систематизации и, конечно же, публикации.